социальных сетях распространяется информация о том, что определенным категориям граждан необходимо явиться в отделение Пенсионного фонда России по поводу увеличения пенсии с 1 октября. На данный момент дополнительных надбавок к пенсии не предусмотрено. Перерасчет пенсии при достижении 80 лет осуществляется с 1 января 2002 года. При этом уже более 10 лет специалисты ПФР делают такой перерасчет автоматически. Никаких заявлений по данному поводу подавать не требуется. В соответствии с действующим законодательством повышенный размер фиксированной выплаты к пенсии гражданам, проработавшим не менее 15 или 20 лет в районах Крайнего Севера, устанавливается при назначении страховой пенсии. Если к моменту назначения пенсии гражданин еще не имеет необходимого северного или страхового стажа, но продолжает работать, то повышенный размер пенсии будет установлен по заявлению пенсионера после отработки соответствующего стажа. Напомним, вся достоверная информация о пенсиях и других социальных выплатах публикуется на официальном сайте ПФР и в официальных группах ОПФР по Магаданской области в социальных сетях.